потому что они обобщили, да, а это все попадает под это. Мы когда начали с юристами, с университетом вот это консультироваться, и они внимательно прочитали, они, да, действительно это так получили. И Минсельхоз тоже так же прочитал потом, когда вот коснулись вот этого. Ну, представляете, что мы хлеб не сможем печь? Мы не сможем, вот смотрите, нам все запретили, всю деятельность, да, производственную. Осталось вроде бы как сельхознаправление, и то не в открытых грунтах. Мы молочную эту открыли, молочную ферму открыли, да, мясное. И нам это теперь, получается, нельзя не делать ни кефир, ни йогурты не делать. Ну вот это разве правильно? Что? Чем жить-то как-то совсем? И чем это может вредить? Очень плохо, что не на территории принимаются вот эти все поправки и законы. Все-таки, я думаю, на площадке здесь надо это приниматься и слышать тех людей, которые здесь живут.